Юрмала осталась без мэра. Сегодня вступил в силу обвинительный приговор Гатису Труксниесу, согласно которому мэр курортного города признается виновным в фальсификации документов, связанных с командировкой. Труксниес уже сложил депутатский мандат. Департамент по уголовным делам Верховного суда сегодня оставил без изменений приговора Рижского окружного суда от 29 ноября прошлого года, которым мэр курортного города признан виновным в фальсификации документов. Как следует из обвинения, Труксниес, чтобы скрыть свое неоправданное отсутствие на рабочем месте, договорился с другим лицом об оформлении распоряжения о командировке. Факт вступления в силу приговора суда означает, что Труксниес автоматически теряет мандат депутата Юрмальской думы и пост мэра. Труксниесу также придется заплатить государству штраф в размере 5000 евро. Я никогда ничего не подделывал, никому не причинил никаких потерь, не сделал никому зла. Но, к сожалению, решение суда нельзя оспорить. Решение вступило в силу. Сегодня я уже оплатил штраф. И должность депутата я потерял, как это подразумевает закон. Но, конечно, я с этим решением категорически не согласен. Напомним, с несколькими перерывами Труксниес занимал пост мэра Юрмалы с 2010 года.